Ну что, доброе утро. Он сегодня вышел половить. У нас сейчас 7 часов утра. Так как привык, как рыбак по утренней зорьке. Посмотрим, что сегодня получится. День, в принципе, теплый. С утра градусов 10. Немножко ветерок. Вчера ездил на выставку в Нижнеорск. Ничего не снимал. Все, в принципе, одно и то же. Продавцы одни и те же. Из нового. Значит, были чижики, щеглы. По 300 рублей, по 200 рублей, по 100 рублей. Дубоносы по 500. Репела по 500. Юрки по 300, по 400. Павлин такой взрослый самец. Просили 6, отдали за 5. Ну, карел очень-очень много было. Карел 800 и 900 и 1000. Зебрики 250. Волна 300-400. Ну, голубей, кроликов. Чижики дорогие, много чижиков. Я уже говорил, 200-300, 100. Кирчи были по 50, самый дешевый был. Керченский базар, выставка, то есть. Ну, так всего много. Канарейки 500-700 самки. Самцы от 1,5 до бесконечности. Ну, то же самое, поэтому ничего не снимал. В следующую субботу, 11 числа, будет... В Симферополе выставка напротив парка Шевченко, это по Севастопольской. Может, там что сниму, если будет что-то новое место интересное. Ну, продолжаем смотреть. Может, что сегодня поймаем. Ну что, два чижика прилетело. Наверное, крыть не будем. Посмотрим сейчас. Так, вот сейчас накрыл. Предыдущие два раза хер накрыл, потому что оборвало опять крайнюю натяжку, растяжку. Одного чижика попробовал, вроде накрыл. Пойду доставать. Он болтыхается.
Ну вот, наверное, сегодня уже и закроем тему. Вообще глав поймала, сейчас, наверное, вылетит один. Пойду доставать. Не знаю, батарейка села. На сегодня заканчиваю. Неудачно ловил. Гора закрыл. И накрыл. Обрывалась боковая тяжка. Поэтому пришлось переделывать. Ну так, что 5 чижей. 4 чехла. Или 5 чехлов. Вон еще 2 пойманных. Болтаются. Сейчас пойду их выпущу. На этом до свидания.